Здравствуйте! Всем добрый день! Очень приятно видеть наших малышей, детей, не только малышей, всех детей, жителей Истринского, Волоколамского, Русского районов, Красногорского. Это добрая традиция в середине декабря выбирать главную новогоднюю ель нашей страны. Ель, которая поедет в Кремль для того, чтобы вся страна, большинство детей могли отпраздновать очень теплый семейный праздник. Очень приятно, что эта традиция формируется, и сегодня у нас в преддверии этого торжественного события отправки ели. Здесь прошли различные мероприятия. Я хочу всех поприветствовать, всем пожелать улыбок, здоровья, всего самого-самого доброго. Те, кто участвовал в жизни наших районов, еще раз сказать спасибо за активное участие. Но, а я думаю, что у нас все готово для того, чтобы главную новогоднюю ель страны отправить в Кремль. Все готово? Поехали! Ну что ж, ребята готовы. Андрей Юрьевич, мы просим вас дать залп, так сказать, старт к началу подготовки нашей елочки. У ребят есть замечательные хлопушки. И вам мы тоже даем хлопушки. Все готовы, ребята. Ну что ж, ребята, вы готовы? Ребята у нас молодцы. На счет три мы дружно-дружно даем старт к подготовке нашей елочки. Итак, ребята, раз, два, три. Такого рукоделия нас просили. Давайте, давайте. А фотографу пустите, а? Я с вами, я с фоткой, друзья! С наступающим Новым годом всем! Спасибо за Андрей Юрьевич. Очень рад видеть всех. И нам, очень рад, что вы прям молодцы. Традиционно в новогодние каникулы мы проводим каждый день новогоднюю елку, в губернаторскую новогоднюю елку. И, соответственно, сегодня начинаем ее украшать. Поэтому все игрушки, которые дети делают в разных районах, приезжают у нас в Красногорске, и там мы вместе наряжаем елку для того, чтобы она радовала глаз. Есть у вас какая-то любимая игрушка с детства, которая связана с Новым годом? Шар мне очень понравился сегодняшний, который девочка подарила. Очень, очень приятная работа, очень красивая. А есть какая-то, не знаю, правила, как украшаться вот елка в Красногорске? Ну, елка украшается, во-первых, дружно с коллективом детей, те, кто участвовал в подготовке игрушек и так далее. Плюс будут светотехники, которые обеспечат иллюминацию необходимую на елке. В общем, все будет сделано на высшем профессиональном уровне. У нас очень большой спрос на елку, великолепное представление, и в этом году не будет исключения. Как вы относитесь к тому, что главная елка страны у нас в Подмосковье? Ну, это большая честь для нас. Вместе с управделами президента ведется такая профессиональная работа по отбору, потому что, по сути, целый месяц елка стоит на главной соборной площади. Она должна радовать глаз и символизировать все то прекрасное, что нас окружает. Поэтому сегодняшняя елка 30-метровая, которую мы видим, она долго отбиралась и, мне кажется, очень красивая, очень пышная. Поэтому поедет в Москву, в Кремль, и я уверен, что ее тоже нарядят по лучшим стандартам, и она будет радовать всех, кто придет в Кремль, и тот ее увидит.